Киев решил не усугублять свое положение еще и блокадой грузовых перевозок с Россией. Сегодня украинские власти наконец обратились к Москве, чтобы сообщить, они берут под контроль ситуацию с перехватом российских фур в Закарпатье. Еще в конце прошлой недели наши машины заблокировала запрещенная в России группировка «Правый сектор». Официальный Киев долго молчал. В результате российский Минтранс ввел ответные меры, запретил пропускать в нашу страну грузовики с украинскими номерами, в том числе и те, кто следует транзитом. И тут же реакция киевских властей не заставила себя ждать. Они связались с Минтрансом и начали постепенно впускать российские фуры на Украину. Даем положительную динамику. Если еще вчера машин было порядка 200, то на данный момент их осталось около 50. С учетом официальных уведомлений от киевской власти, мы рассчитываем, что эта ситуация может разрешиться уже буквально в течение ближайших суток. В российском Минтрансе подчеркнули, как только в Закарпатье снимут блокаду для российских грузовиков, наша страна снова разрешит въезд фурам из Украины. К слову, сегодня же стало известно о подвижках восстановления грузового автосообщения между Россией и Польшей. На этой неделе пройдут переговоры по этому вопросу. Варшава прекратила пропускать наши фуры с начала февраля из-за окончания межгосударственного договора. Новый документ поляки не подписывают, требуя для себя особых преференций.